Культсары открылся аквапарк. Новый объект занимает 2 гектара земли. Строительство было начато 2 года назад. Сегодня акимгорода Культсары и жители региона собрались на торжественное открытие. Аквапарк построен на берегу озера Камыс-Коля в городе Культсары. В 2016 году здесь был забит первый кол нового объекта. Сегодня завершены все виды строительных работ и объект передан в эксплуатацию. В аквапарке одновременно могут отдохнуть 1000 человек. Есть один большой бассейн и водные аттракционы. Длина бассейна для взрослых 40 метров, ширина 15 метров, а диаметр детского бассейна 30 метров. Строительные работы были начаты по инициативе акимов области и районов. Нет предела радости у населения. Этот объект сдан в эксплуатацию не только для Жилуйского района, но и для всей области. Здесь можно отдыхать и жителям соседних районов. Мы уверены, что работа аквапарка будет соответствовать всем требованиям. Я призываю население города соблюдать чистоту, не ломать аттракционы. В развлекательном комплексе расположены различные спортивные площадки. Корт для большого тенниса, площадки для мини-футбола и волейбола соответствуют современным требованиям. В нескольких местах бьют красивые фонтаны. Специально приехавший на открытие из Алматы гость Роман Бердгалиев не скрывал, что комплекс построен в соответствии со всеми требованиями. Ничем не уступает аквапаркам главных городов Казахстана. Я очень рад за жителей Жилуйского района, город Культсары. Я специально ради этого мероприятия прилетел в город Алматы. И очень прекрасно построен аквапарк. В общем, желаю процветания этому аквапарку, чтобы народу было много и люди веселились. В комплексе есть места отдыха и для детей. Здесь есть батуты, качели, площадка с воздушными шарами. Вместе с детьми радуются и родители. Бүгін біздер, бүгін ауданымызда аквапарк, ойын-сауық кешені ашылып жатыр, біздер қуаныштымыз өте. Сегодня открылся аквапарк. Мы ездили отдыхать в другие города. Здесь созданы все условия для отдыхающих всех возрастов. Хотим, чтобы в нашем городе было много таких центров. На строительство объекта было затрачено 450 миллионов тенге. Трудоустроено около 30 местных жителей. Планируется проведение различных праздничных мероприятий и спортивных состязаний. Руководство аквапарка говорит, что приложит все усилия, чтобы отдыхающие интересно и весело провели летний сезон. Жанат Молдашева, Эдуард Михель, Куандык Канатбаев, служба новостей, Жилуйский район.